Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать вам, как сделать лизуна из подручных материалов. Самый простой, быстрый и элементарный способ. Итак, для этого нам нужен обыкновенный пенопласт. Его измельчаем, вот так вот бросаем в чашку несколько кусочков. Что нужно делать потом? Вот у меня есть white spirit. Хотя желательно в этой цели использовать растворитель, потому что white spirit, он неприятный запах имеет. Наливаем сюда его. Вот. Пенопласт сразу же зашипел, видите? Он начинает в этом деле, так сказать, растворяться. Кстати, в этой цели можно использовать обыкновенный бензин любой марки, но учтите, запах будет неприятный, напоминающий нафталин, и просто неприятно будет с этим делом иметь, пользоваться потом таким лизуном вонючим. Лучше, наверное, использовать растворитель. Вот что интересно, сюда можно очень-очень много кидать вот этих кусочков пенопласта, они быстро очень растворяются. И вот смотрите, уже вот кусочек получился настоящий лизун. Вот как жвачка, только вот мягкая. Ни к чему не прилипает, тянется вот так вот. Вот, кстати, один из вариантов тоже, я думаю, может быть попробовать засохшего лизуна оживить, если бросить его тоже в растворитель или вот white spirit. Тоже вариант. Я пытался оживить обыкновенного магазинного лизуна. Он засох, к сожалению. Но кипяток бросал его, добавлял еще что-то туда, уже не помню, крема какие-то. Все это оказалось ерундой. Вот. Но я думаю, если вот с таким делом попробовать, с растворителем, то лизун может опять станет гибкий и мягкий. Но правда, учтите, все лизуны обреченные, они засыхают. Вот видите, какая прикольная штука. Мягкий, как жвачка. Вот, чем не лизун? Стоит это будет очень дешево, потому что, ну, вот всего-то ничего. Можно сказать, тут 10 граммов налил, и сюда можно кидать и кидать вот этот самый пенопласт в большом количестве. А пенопласт-то вообще можно бесплатно где угодно взять. Вот такой вот простой элементарный способ созидания лизуна.